like to answer first a couple of questions, maybe to clarify some things for our guests, for foreign audience, that so our Russian surgery, maybe Russian trauma surgery, is going maybe in parallel with all world's surgical society. And for example, we have no NOM at all, no non-operative management. So maybe because of we are lacking, or our radiologists are lacking new concept, new CT angiography. Not all trauma centers can allow so emergent CT angiography, for example. So if you have free fluid during fast, we do laparoscopy, not transfer the patient to CT or to angio. So that's the reason. I think these things will change very soon. But so we replace CTA with laparoscopy. And sometimes it fits to the patient, and patient is doing well with laparoscopy. We can even perform splenectomy, or but sometimes laparoscopy is diagnostic, and then we convert to open surgery. So that's why I would like to say that you don't need to look at this report and my particular report in mind you have in. According to your country protocol, your vision, we have a bit different standards. But truth be told, we have no standards for trauma for now, and most of the cases are so on the surgeon's view. So, but rebore technique. So, all our guests know what I'm talking about. But this report is for. Our Russian colleagues maybe do not know a lot about rebor. That's why I tried to translate the slides into English. You understand it better. But my presentation will be in Russian to explain as much as I can for Russian audience, for Russian people. So, уважаемые коллеги, мой доклад будет состоять из нескольких частей. Я постараюсь говорить медленно, потому что я слышал, что переводчица не всегда успевает это перевести. Можно переводить РИБОА как ФБОА, эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты. Новая тема и не совсем новая, потому что начало ее было положено более чем полувека назад. Вот эти пункты, которые я хочу осветить. Несколько слов про ФБОА, про баллонную окклюзию. Таль Хорр расскажет немножко больше об этом в следующем докладе. Показания для баллонной окклюзии достаточно широкие уже сейчас. Это разрывы аневризм брюшной аорты, тяжелые желудочно-кишечные кровотечения, когда мы, к примеру, не начинаем лечение с гастродоноскопии, а выполняем баллонную окклюзию аорты, выполняем КТ-ангиографию или стандартную ангиографию и эмболизацию гастродуоденальной артерии. Послеродовые кровотечения, насколько я слышал, уже в России начинают внедрять метод баллонной окклюзии при таких кровотечениях. И повреждения живота и таза. Основная цель баллонной окклюзии – это улучшить перфузию жизненно важных органов и остановить кровотечение. Это, как сказал Таль, это позволяет нам выиграть время. Это просто метод, просто мост для того, чтобы получить кровь, остановить кровотечение хирургическим путем или эндоваскулярным и выполнить дополнительную диагностику. Показания для баллонной окклюзии аорты при травме, они не ясны до настоящего времени, потому что нет проспективного рандомизированного исследования, сейчас они начинают проводиться, которые показали бы, что вот конкретно такие цифры систолического давления являются показанием для баллонной окклюзии аорты. Баллон можно раздувать в двух зонах. В первой зоне – это выше черевного ствола, и в третьей зоне – это над бифуркации аорты. Если мы хотим остановить внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение, мы раздуваем баллон выше, соответственно, зоны кровотечения. Если у нас, по данным ультразвукового исследования, нет жидкости в животе, то мы можем раздуть баллон только над бифуркацией, чтобы остановить внутритазовое кровотечение. Метод достаточно старый, как вы видите. В 1954 году Карл Хьюкс уже опубликовал несколько случаев двум раненым корейцам в ходе войны в Корее.
он ввел подобный самодельный баллон, handmade баллон. Оба раненых скончались, однако он отметил положительный эффект от этого вмешательства в плане стабилизации гемодинамики. В последующем метод был на некоторое время забыт, потом возрожден и начал вновь использоваться на какое-то время, в том числе и в нашей клинике, о чем я хочу рассказать. И сегодня происходит ренессанс этого метода, повсеместное внедрение. На недавнем конгрессе в Вене было очень много докладов по баллонной окклюзии и прошел даже первый мастер-класс по баллонной окклюзии аорты. С чего начиналась ФБОА в России? Впервые баллонную окклюзию аорты в России выполнял профессор Самохвалов, который сидел здесь до недавнего времени со своим учеником Анатолием Анатольевичем Завражновым. В нашей клинике, это клиника, основана в 1931 году профессором Владимиром Опелем, профессор Александр Беркутов впервые сделал из этой клиники травмоцентр, который везли пострадавших со всего города, и первое специализированное отделение реанимации для травмы. Вот фотография первой специализированного амбуланса, фотография 1958 года. Я бы назвал это сейчас ребоамобиль. В тех автомобилях, которые мы имеем сейчас, очень сложно развернуться для того, чтобы выполнить баллонную окклюзию аорты, а такой мини-бас позволит выполнить полноценную операцию вплоть до лапаротомии. Вот здесь вы видите, к сожалению, наша большая страна практически свободна от подобного вмешательства. Только в Петербурге есть один центр. Сейчас мы внедряем это в еще одном центре. В сентябре мы планируем начать проспективное исследование, где будут включено еще несколько центров, которые будут изучать. Но, как вы видите, у нас есть большая перспектива для развития. Это все началось в 1994 году. Несколько диссертаций было защищено. Вы видите диссертацию профессора Самохвалова слева. Посередине диссертация профессора Завражного и справа диссертация доцента Петрова. Все они посвящены баллонным в той или иной мере баллонной окклюзии аорты или затрагивают вопросы баллонной окклюзии аорты. Это выдержка из диссертации профессора Самохвалова в 1994 году. Вы видите, баллон применен на собаке. Это была серия экспериментальных исследований. И он показал, что метод достаточно перспективен, но мы должны улучшить технологию для того, чтобы шире внедрить его в практику. А из чего делались тогда баллоны в 90-е годы? Сейчас мы имеем большое количество баллонов на рынке. Тогда это был мочеточниковый катетер, пипетка, я не знаю, как переводчик переведет пипетка нашим коллегам. Резина от пипетки приматывалась к мочеточниковому катетеру, и получался вот такой баллон. Это один из первых баллонов, который использовался в начале 90-х годов для баллонной окклюзии. Он мог быть однобаллонным или двухбаллонным, этот зонд, в зависимости от цели. Для нижней полой вены, к примеру, использовали двухбаллонный катетер. Здесь представлена выдержка из диссертации Анатолия Завражного, экспериментальные исследования на 24 собаках, где он изучил влияние баллонной окклюзии аорты при проникающих ранениях аорты, нижней полой вены или воротной вены. И здесь вы видите, что написано, что метод является эффективным в восстановке кровотечения, на уровне диафрагмы может применяться в течение 20 минут, не вызывает необратимых ишемических изменений в органах живота и таза. Также была разработана специальная программа, позволяющая рассчитать объем жидкости, вводимой в баллон, для того, чтобы не повредить аорту, ввиду того, что тогда не было еще комплаентных таких баллонов специальных, которыми тяжело повредить сосуд. После этого они применили в клинике это у 10 пациентов. 8 ранений и 2 тяжелых механических травмы. Общее время нахождения баллона в аорте 16 минут, среднее время. Повторное раздувание баллона потребовалось у 3 пациентов. Один
один из пациентов выжил. На основании этого был сделан вывод о том, что во-первых, о том, что раздувать баллон следует на 20 минут, на время около 20 минут. Показаниями служили ревизия забрюшинной гематомы, остановка кровотечения из органов живота и резкое падение артериального давления интраоперационно. Здесь же выделены противопоказания, к которым относилась сочетанная травма груди с продолжающимся внутриплевральным кровотечением. Ну, про тяжелую черепно-мозговую травму тогда не было сказано еще ни слова. На этой фотографии из диссертации Александра Петрова вы видите, баллон окклюзирует рану нижней полой вены. Для того, чтобы уточнить, какое же время оптимально для баллонной окклюзии аорты, мы провели экспериментальные исследования и изучали раннюю выживаемость и повреждение органов при баллонной окклюзии аорты. Мы разделили 18 животных, это были бараны, 18 овец на 3 группы. В первой группе раздували на 60 минут, второй группе на 30, и третьей группе баллон не раздували. Изучали ряд показателей, наблюдали животные в течение одних суток, забирали кровь, выполняли баллонную окклюзию аорты. Это японский баллон фирмы Tokai, Rescue Balloon. Изучали гемодинамику, достаточно стандартные кривые повышения давления, выполняли эмболизацию внутренней подвздошной артерии, гистокрилом с липиадолом. И что мы получили? Мы получили, что выживаемость совсем ранее, в остром периоде кровопотери, среди животных, которым выполнялась баллонная окклюзия аорты, никто не умер, а у животных контрольной группы от кровопотери умерло два животных, что было статистически незначимо. Через сутки же у нас все животные, которым выполнялась баллонная окклюзия на 60 минут, все животные умерли. Также были изменения по показателю калия, лактата. Изменения были более выражены в группе 60-минутной окклюзии аорты. Больше был выражен АРДС-синдром. Вы видите на снимке, больше выражено повреждение канальцев в группе 60-минутной окклюзии. Таким образом, мы показали, что 60 минут – это достаточно много для баллонной окклюзии аорты в первой зоне. Это речь шла о полной окклюзии аорты. Что же сказать о частичной окклюзии? Тоже такая современная методика, которая только сейчас начинает появляться в современной литературе. Мы сделали исследования с различными баллонами. Их два вида основных – это латексные баллоны и полиуретановые баллоны. И мы выяснили, что латексный баллон практически не способен сделать такую частичную окклюзию аорты. Когда мы сдували баллон, мы получали систолическую скорость кровотока из нуля, это 79, это артефакт, от нуля сразу получали полный кровоток в бедренной артерии. Интродюсер стоял в бедренной артерии. Когда мы делали баллонную окклюзию полиуретановым баллоном, вы видите, что давление постепенно увеличивалось, 50, до 60, до 70 по мере извлечения жидкости из баллона. Таким образом, латексный баллон практически невозможно использовать для частичной окклюзии аорты, а полиуретановый, в принципе, для этого пригоден. Что сказать о клиническом применении? В нашем центре мы начали применять уже заново, новая серия клинического применения началась 3 года назад примерно. За это время у нас было выполнено 11 таких баллонных окклюзий аорты. Все они были введены в регистр, который Таль Хоррер возглавляет этот регистр. 3 случая еще нуждаются в том, чтобы загрузить их в этот регистр, для того, чтобы объединить эти данные и позволить обсчитать их лучше. Мы стали более подготовленными. Это уже не пипеточные баллоны, не открытая артериотомия и введение туда баллона. Это набор, состоящий из достаточно простого инструментария: игла, интродюсер, проводник и баллон-релиант фирмы Medtronic. Это основные баллоны, которые сейчас используются. Вот баллон, который справа, это русский баллон, очень-очень старый, который использовался еще как раз тоже в 90-е годы с этой целью. Несколько клинических случаев, позвольте достаточно быстро
пациент, упавший с крыши, поступивший с давлением 60 мм тутного столба систолическим, был интубирован с нестабильным переломом костей таза, раны в промежности, переломы обеих бедренных костей. При поступлении выполнена рентгенография, жидкость в животе, снижение гемоглобина, ацидоз. Была выполнена тампонада раны области промежности, противошоковая тазовая повязка, тазовый пояс, С-рама, баллонная окклюзия аорты в первой зоне из-за того, что жидкость была в животе. Выполнена лапаротомия, вот вы здесь видите, интродюсер, установленный в бедренной артерии. Лапаротомия, спленэктомия, тампонада. Сначала внутрибрюшинная тампонада таза, после этого выполнена фиксация костей таза в аппарате внешней фиксации. Баллон сдут и спущен в третью зону над бифуркацией аорты. И внутрибрюшинная тампонада таза была заменена внебрюшинной тампонадой таза. К сожалению, через несколько дней этот пациент скончался из-за полиорганной недостаточности и из-за прогрессирования полиорганной недостаточности и сепсиса. Другой случай с ножевым ранением левой половины груди. Пациент достаточно молодой, с таким же давлением доставлен спустя около 90 минут после травмы. Это примерно, наверное, среднее время. Тоже был вопрос о том, какое время доставки от момента травмы. Наверное, от момента травмы около 60-80 минут среднее время доставки. Он отреагировал на инфузионную терапию, однако продолжал оставаться нестабильным. Выполнена рентгенография груди без каких-либо проблем. УЗИ живота также не выявило наличие жидкости в брюшной полости. Выполнен лапароцентез, при котором крови не получено. А диагностический перитонеальный лаваж показал 50 тысяч эритроцитов в миллиметре кубическом, что является, в принципе, показанием для лапаротомии. Выполнена эксплоративная лапаротомия, при которой обнаружена огромная забрюшинная гематома, жидкости в свободной брюшной полости не было. И для того, чтобы вскрыть эту гематому, потому что очевидно было, что поврежден крупный сосуд живота, была выполнена баллонная окклюзия аорты выше места повреждения. И затем выполнен маневр Мэттокса и шов аорты. Выявлено половинное пересечение брюшного отдела аорты выше левой почечной артерии. Сопутствующие повреждения почки, почечной вены, небольшие все были устранены, и артериотомия была ушита. У пациента развилась тяжелая почечная недостаточность, выполнялись ежедневные сеансы гемодиализа, и через две недели после травмы он тоже скончался. Почему же, значит, вот наши общие данные по всем пациентам. Летальность, как вы видите в самом конце, летальность у наших пациентов 100%. Все один из пациентов, которым выполняли баллонную окклюзию, все умерли. Тем не менее, каждый хирург у нас в клинике, каждый дежурный хирург обучен выполнению баллонной окклюзии аорты, отмечает, что выполнение ФБОА позволяет не только временно стабилизировать пациента и выиграть время на остановку кровотечения, но и улучшить сам лечебно-диагностический процесс. Он позволяет хирургу задуматься над тем, какой же следующий шаг. Если нет достаточного потока пациентов, как правило, хирургу очень сложно действовать автоматически. Вы видите показатели основные по тем 11 пациентам, которых мы приняли. 30 минут было средним временем окклюзии. Но самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, это протокол гемотрансфузии. Все эти пациенты, которые поступают к нам, они нуждаются в активации протокола массивной гемотрансфузии. К сожалению, это большая проблема, я скажу о ней позже. Почему же все наши пациенты умирают? А почему в шок-травма-центре в Америке, вы видите, не было ни одного случая осложнений, во-первых, и ни одного случая смерти, связанной с кровотечением. Вот данные самые свежие из Японии, которые показывают, что летальность 62%. Но, по крайней мере, 62% — это не 100. Так в чем же проблема? Какие же проблемы и какие перспективы у нас развития этого метода? Во-первых, это не просто влияние баллона. Казалось бы, зачем вы ставите баллон, если у вас все пациенты умирают? Очевидно, что все пациенты эти бы умерли и без баллона.
Другое дело, это то, о чем сказал Ари Липаниеми, что у нас есть пациенты, которым, как ни помогая, они все равно умрут. И, к счастью, таких пациентов становится все меньше, потому что так называемый термин potentially survivable пациенты, их становится все больше. Для того, чтобы устранить это, нам нужно не просто ввести баллон и сдуть его. Нам нужна команда, нам нужны компоненты крови, нам нужна мгновенная компьютерная томография, выполняемая в 10-15 минут, а не 30-40 минут, как это бывает, как правило. И вот эта модель швейцарского сыра показывает, что если одно наслаивается на другое, то мы получаем большие цифры летальности. Вот эта фраза взята из главы, которую написал Ари Липаниеми. Ари цитировал Рипа Пфайфера. Если вы приходите в операционную и не знаете, что делать, начинаете вставлять дренажи, пока не придет тот, кто знает, что делать. Можно немножко перефразировать в нашей ситуации, и начинайте втыкать не трубки, а баллон. Тогда вы выиграете какое-то время для того, чтобы начать думать, что же делать дальше. По крайней мере, если у вас нет крови, если у вас нет хорошей команды, вы недостаточно опытны в лечении тяжелых травм, в условиях дефицита ресурсов, медицинских ресурсов, медикаментов, в принципе, которые мы все испытываем, недостаточного опыта, пожалуй, это не лучший способ не то чтобы выполнять баллонную окклюзию аорты, но принимать тяжелую травму, по большому счету, вообще. Ситуация с кровью, когда мы имеем мало крови и льем много растворов, должна смениться на ситуацию, когда мы льем много крови и мало растворов. Я думаю, об этом будет доклад Бориса Кесселя про damage control и resuscitation, та концепция, которая абсолютно нужна нам всем и которую мы не можем внедрить по многим причинам. А какие же угрозы у баллонной окклюзии аорты? Может быть, Таль будет говорить о том, что только плюсы есть, я не знаю. Мы фактически имели на наших 11 пациентов все возможные из указанных проблем. Это, ну, кроме повреждения аорты. Мы имели почечную недостаточность не вследствие окклюзии почечной артерии баллоном, а вследствие отжатия зажимами во время шва аорты. Мы имели тяжелые реперфузионные повреждения, мы имели коллапсы, когда на начальных этапах мы резко сдували баллон, что категорически нельзя делать. И мы имели также вот такая картинка, я уже ее показывал в Швеции однажды, когда мы завели баллон, здесь очень плохо видно, баллон находится в восходящей аорте. Слава богу, он не был полностью раздут, и мы вовремя его сдули, но все-таки на начальном опыте это возможно. Мы имели один случай ампутации вследствие баллона. Анатолий Анатольевич Завражнов предложил, что для эндоваскулярной окклюзии аорты в ряде случаев целесообразно применение двухбаллонного зонда. Совсем недавно в Вене Тимоти Уильямс делал блестящий доклад по перспективах развития баллонной окклюзии и о том, как же двигаться дальше. На полной баллонной окклюзии аорты не заканчивается развитие этой методики. В принципе, двухбаллонный зонд может быть использован для региональной перфузии зоны повреждения. Если мы имеем повреждение аорты во второй зоне, мы можем изолировать ее двумя баллонами и прицельно справиться с этой зоной, оставляя кровоток из верхней части туловища в нижнюю. То же самое вот с этим рисунком, когда мы имеем канал внутри баллона, который позволяет дозированно осуществлять перфузию дистальной части и избежать тяжелой реперфузии. Следующее слово – это ЭКМО. ЭКМО при травме получает все большее развитие. Многие видели в интернете картинку женщины, которая несет с собой кардиохелп, вертолет. Все эти методики становятся доступными и на догоспитальном этапе. У нас в России есть не менее уникальный прибор, он размером с ладонь, который позволяет осуществлять портативное ЭКМО даже без фактически на месте травмы или в машине скорой помощи. Что касается обучения, конечно, все должны проходить обучение. Это фотографии из Швеции. Абсолютно фантастический курс, который проводит Таль Хоррер. Один из, я считаю, что
покрывает все возможные показания, противопоказания, все возможные девайсы, которые могут быть использованы, причем не только эндоваскулярной хирургии, но и открытой. Спонсорами являются также такие фирмы, как Esculap, которые также заинтересованы. Всем понятно, что это не только эндоваскулярное лечение. И есть задел для объединения открытой и эндоваскулярной хирургии в гибридную хирургию. Мы тренируем наших коллег более просто. Это баранья аорта. Мы создаем внепульсирующий кровоток и показываем, что такое игла, что такое проводник. Это технологии, которые должны выполняться общим хирургом, а не эндоваскулярным хирургом, как правило. Потому что эндоваскулярный хирург занят, он оперирует пациента с инфарктом. И когда поступает травма, у нас есть 2-3-5 минут для того, чтобы выполнить баллонную окклюзию. Мы изучили, попробовали тренировать также наших хирургов в условиях наших учений ежегодных медицинских, где это все курсанты нашей военно-медицинской академии, они отрабатывают навыки оказания помощи, первой помощи, транспортировки. И мы попробовали также применить баллонную окклюзию аорты в условиях передовых этапов, на передовой, так скажем, в условиях передовых этапов эвакуации. Вот на этом фильме коротко представлен алгоритм, как это все происходит. Через 2 недели мы будем то же самое делать в этих учениях на нашем полигоне. Мы попробуем осуществить транспортировку вертолетом с баллоном и установить баллон в вертолете или на месте травмы. Вот здесь представлено, как пациент, раненый с поля боя, транспортируется в медицинскую роту. Медицинская рота — это Level 2, второй уровень оказания помощи, Level 2 Forward Surgical Teams. И в передовой хирургической группе, в принципе, оказывается помощь в объеме Damage Control Surgery, классическая полевая хирургия, оперируем на свинье. Все возможные операции из курса Damage Control, у нас нет ATLS, нет ETC, нет DSTC, но, в принципе, те же самые вмешательства мы выполняем без этих протоколов. Вы видите, осуществляется установка интродюсера в бедренную артерию. Это мы также использовали японский баллон. На этих учениях мы будем использовать наш русский баллон, который уже сделан. Я думаю, в ближайшее время мы получим возможность уже использования нашего отечественного баллона, что также позволит расширить сферу деятельности. Слева вы видите здесь специальное переговорное устройство для того, чтобы осуществлять такие телеконсультации. Это мы выполняли окклюзию. У нас интродюсер был установлен в сонной артерии, в бедренной артерии, и мы мониторировали, и это наиболее показательно, и в Швеции Таль это тоже делает, показывает курсантам, как меняется артериальное давление в верхней половине туловища и в нижней. Вот вы видите давление, красная волна это в сонной артерии, синяя волна, закончилась уже. Ну, пользуясь случаем, через 2 недели у нас будет проходить конференция «Скорая помощь», и в рамках этой конференции мы будем проводить мастер-класс по баллонной окклюзии аорты, вход свободный. Это будет первый такой мастер-класс в России. Мне трудно пригласить